Привет всем, господам и дамам. На последнем стриме, кто помнит, я открывал 100, мать его, автокейсов. Это 105 тысяч донат рублей, между прочим. Либо же больше 50 тысяч реальных рублей, если донатить в X2. Что мне оттуда выпало? Ну, сейчас и узнаете. Происходило это, конечно же, все на 13-м сервере Матрехи, где я и играю. И также работает мой промокод Бута, который даст тебе лучшие бонусы для твоего старта. Так что обязательно вводи его. Также вот победитель конкурса с прошлого видоса. Но так как, к сожалению, я не оплатил вовремя банкомат, и он слетел. Победитель забирает 3 миллиона рублей, и именно во столько я оценил данный бизнес. Так что, если хочешь забрать приз, то отпиши мне ВКонтакте со всеми доказательствами. Все сказал, перед вами отчитался, теперь полетели смотреть видос. Так, у нас есть 105 тысяч донатов, пацаны, 105 тысяч донатов. И будем открывать сегодня вот этот автокейс, замечательный, мощный автокейс. Первый, все, полетели. Сегодня у нас будет таких соточка. Залупа выпала. Залупа. Надо будет потом по ценникам посмотреть, сколько они стоят. И вообще посчитать, во сколько мы ушли в минус, во сколько в плюс. Опа-на. Honda Accord. Так, третий автокейс, полетели. Это у нас Subaru. Такая машина говна, блять, она даже лям не стоит. Так, ладно, крутим следующее. Опять Subaru. Опять Subaru. Опять Subaru, блять, третья подряд. Алло, что за дела? Какие Subaru? Так, ну это уже более-менее окуп, в принципе. Опять Subaru. А здесь падает что-нибудь нормальное? Нет? Если выпадет еще одна Subaru, я съем себя. Первая десятка у нас открыта. Рено. Сюда, нахуй. Залутали, говна. Чисто пожевали дерьмеца вот так вот размалеванного, вот это вот коровье, знаете, вот это вот лепеха, блять, пиздец. Полетело говно да по трубам, ё-моё. Полетела душа родная в рай и прилетела прямо на... Лада Нива Урбан. Ей стоит косарь, а мне выпадает машина, которая еле 300 рублей дотягивает. Опять говно. А вот тут может что-нибудь нормально выпасть, нет? А то хрень полная какая-то все время падает. Опять 933 рубля выпало. Вау, это гольф. Нихуя, единственная тачка, которую я купил. Алло, пацаны. Так, ладно, погнали дальше, что ли, долбить. Вот можно мне что-нибудь нормально? Вот, пример, вот ламбу хотя бы. Да, блять, опять ебаные 30 рублей. Вы что, смеетесь, что ли? Так, ладно, похуй. Следующий кейс. Это что такое? Это опять бэха. Это опять обоссанная бэха. Автомобиль BMW 530D. Е39. Ой, бля. Еще одна хуйня. Ну, сука, ну она даже до косаря не дотягивает. Да, выпал только вонючий гольф. Гольф. Меня этот Мерседес уже задолбал. Последний, 20-й кейс. Ну, блядь, Субарик, на, держи, говна, еще пожуй. Писю к носу без вопросу, так сказать. Пошла уже у нас третья десятка. И начинается у нас третья десятка с ебаной BMW опять. Toyota Camry, бля. Блядь, то есть Toyota Camry дешевле гольфа. Че за хуйня вообще? Меня где-то обманывают, я не понимаю. Это вообще дичь какая. Это я не знаю. Ну, у нас опять гольф. Это опять окупаемость. Опа, опять гольф. Вот только про гольф начал что-то говорить, мне начинает падать гольф. Это вообще, это космос. Купить покушать на 100к? Нет. Купить 100 автокейсов? Yes. Нива Урбан, к нам в студию. Да ну нахуй. Новый цивик. Новый цивик. Я бы его бы купил. Я бы продал бы все свои органы, которые у меня есть. Почку, почень, печень, сердце, легкие. Все бы продал нахуй. Но я бы купил данный цивик. Пиздец. Honda Civic стоит 503 рубля. 507 рублей. А я когда его выбил, такой окупились. Так радовался. А чему радовался? Говну? Пиздец. Ладно, похрен, крутим дальше. Опять Камри, 1000 рублей. И вот прям интересно, кстати, я вообще выбью здесь нормальную прям такую точилу. А пока пососем Субарик. Блять. Пососали нахуй. Какой Субарик? Аккорд. Honda Аккорд. Что не хватает для полного счастья? Обосраться по полной. Крутим, 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 крутим. Но это, скорее всего, ламба. Это ламба. Такая ламба в новом кузове. Ладно, крутим дальше, что? Крутим дальше, и Субару падает. Нам. Это уже, кстати, 40-е кейсы идут. Логан, Росомаха, вот этот, понимаете, вот этот. Опа, розовый Аккорд. Вот, пацаны, что по вашему мнению успех? По моему мнению, это выбить розовый Honda Аккорд. Такая тема, вай, закачаешься. За 40 кейсов нам выпало говна. Да как же меня задолбал этот Мерседес, уйди ты нахуй. Опять тот же Мерседес, но только же выпал, дебил, блядь. Зачем ты мне второй раз падаешь? 3 раза подряд мне падает долбанный Мерседес. Не, ну ладно, ладно, я согласен, это не самое худшее. Самое худшее — это ебаная Нива Урбан. 507 рублей подъехала. Нахуй идите со своими 507 рублями. Да какая Субару ламбу, дай мне ламбу. Просто ламбу. Бугатти говна машина, которая стоит 60 лямов. Бля, я срать захотел. Росомаха, Рено Логан. Я обосрусь сейчас нахуй, просто, чтобы вы понимали. Мне живот крутит, я срать хочу до космоса. И падает говно всякое еще. Да ну нахуй, окупаемый выпал. Volkswagen Golf, пацаны. Ну да, навалили нам говна в руки. Вот за что мне это наказание? Я уже открыл 50 кейсов, не из стоящего выпало только 3, даже 4 Volkswagen Golf. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Это же мне выпал Mercedes из премиум-класса. Это же мне выпал Mercedes из премиум-класса. С 52-го кейса мне пожаловал плюсик. 5кк, блять, сюда. Залутали как нехуй делать. Просто на изи, пацаны. Если что, учитесь. Но сейчас посмотрим, сколько он стоит, не будем гадать. Вот он, 5кк по госу. А если вот сливать?
покупать на свалке, он сколько выйдет? Не, ну ладно, ладно, один кейс там повезло. Я думаю, мне больше нихуя не выдаст. Сука, иди на! Вот меня этот Мерседес уже задолбал. Пульт хрустнул. Это нехорошо. Это плохо. Ладно, следующее крутим, полетели. Да иди ты нахуй, у меня даже слов нет. Нива Урбан. Кто может быть лучше, спросите вы. А нихуя не может быть лучше. Нива Урбан, самая заебатая машина в жизни. Может, вы понимали, у нас есть в Тихане два человека. Это муж и жена, они работают. Одна работает там секретарем, другой хер вообще не знаю, кем работает. Я даже его не видел ни разу. Но у них на семью две Нивы Урбан. И они гоняют и в ус не дуют. Каждый на своей, вы прикиньте. Вот что такое нахуй любовь. Нива Урбан, блять. Субару. Да пошел ты на Субару. По-братски, по-братски. Ну какая Нива Урбан, блять. Ну я в принципе открыл уже 60 кейсов. Еще 40. Опа, выпадает опять Субару. Что это выпало? Ну, блять, опять Мерседес С600. Опа, Субарик опять. 80-е кейсы. Я уже честно спать хочу. Опять Мерседес С600. Я вот не знаю, я что ли бригаду, блять, для 90-х собираю или что? Нахрена мне столько кабанов? Короче, вывод какой? Сразу же тут наклевывается вывод такой, что вот эти вот автокейсы ебанина полная. О, ну да, ну да. Volkswagen Golf мне выпал. 1533. Нормально, это уже пятый Volkswagen. То есть 80 кейсов я, кстати, уже опять встрал. Мне опять падает кабан. Опять падает кабан. Полетели следующий кейсик. Следующий кейсик. Это опять Golf. Опа, камрюха выпала. Крутим еще один кейс. Пожуй говна, Никиточка. Пожуй говна. Спасибо за Renault Logan. Я же всегда мечтал о нем. Спасибо, папаша, за Renault Logan черного цвета 20 века. Ха-ха. Ладно, крутим дальше. Осталось 9 кейсов. Зато контент, пацаны. О, 507 рублей. Сюда залутали. Так, ладно, получаем данный хер. И крутим дальше. 5 автокейсов осталось. Ну да, мне просто даже вот обрызок дали мне. Огрызок, ебаный. То есть игра уже даже поленилась дорисовывать вот модельку машины. Subaru Impreza. Mercedes-Benz S600. Subaru Impreza VRX STI. Пожалуйста, молюсь всем богам. Вот всему, что можно, просто молюсь. Похрен, все, полетели. И сейчас мне падает Bugatti. Я вам говорю. Очко ставлю. Проебал я, короче, очко немножечко. И настало время посчитать нашу прибыль, так сказать. Потратил 105 тысяч доната на автокейсы. И сколько я в итоге сейчас посмотрим получил. То есть итоговая сумма по всем этим автомобилям на выпадало на 51 760 рублей. То есть понимаете, да, чем пахнет? Пахнет полной хуй. Renault Logan. Охуеть. Renault Logan черного цвета 20 века. Renault Logan. Охуеть. Блять, поломался. Поебали уже.